Всем привет, привет, Ютуб, солнечная Италия на проводе. Все, кто отмечает католическое Рождество, с праздником. Я уже говорила, что, в принципе, не мой праздник, но так как живу в Италии, все его отмечают, то отмечаем католическое Рождество. Но сразу зачесался. Сережка, какая красивая сережка у меня. Сейчас я вам покажу, как я сегодня выгляжу. Помните, платье заровское покупали вместе с вами? Я вот здесь вот сделала, у меня порвалась цепочка, и я вот так вот пришила и сделала такой ободочек сзади. Я в колготочках. В гетрах, это профессиональные рескальда мускули, ну, с дырочкой, как и должно быть. И в тапочках новеньких. Красивенько, жду гостей. Карлик уехал, думал, что Карифур сегодня открыт. Я говорю, привези кока-колы, блядь, с фантой. Я говорю, я не пью шампанское. Я говорю, он, наверное, поэтому его и накупил. Стол уже, в принципе, готов. Мою руки. И буду сейчас... А, как раз машинка доделалась. Сейчас буду делать нарезку, пока его нет. Сделаем с вами нарезочку. Пригласил друзей, вы их еще не знаете. Эти друзья, которые сейчас придут, вы их не знаете. Это Клариса и мальчик, я не помню, как зовут парня. Кстати, у них разница в возрасте. Сколько, тоже не помню. Но это этого я сейчас вот этим, ну, комментаторам, которые писали за... Короче, не хочу вот это номиновать уже этого человека, потому что... Не знаю, что. Короче, у них тоже большая разница в возрасте. Но, тем не менее, это нормально. Все счастливы. Поэтому... Так... Нож мне нужен такой. Посудомойку сейчас разберу. Карлик думал, что открыт этот самый, говорит, давай рыбу сделаем. Я говорю, рыба заморожена. Что там, говорю, курица. Ты же мне не, ну, сказала ее не замораживать. Надо курицу с картошкой делать. Батареи у меня работают. Батареи работают, так тихонечко работают батареи. Девочки, что касается вот этого вот нашумевшего масла, вот этот вот... как оно называется, буру, масло труфеля. Это просто обалденное масло. Оно так нашумело в ТикТоке, такую ему рекламу девочки сделали, они его в Лидере покупали. Он купил его в Карифуре. И вот это тоже сальса тартуфу, она тоже очень вкусная. Это прям вообще бомба. Единственное, что мы вчера делали, вчера делали сальмоны, пасту сальмоны. Естественно, сальмона не осталось. Хотела сделать бутики. Ладно, все, волосы больше не трогаю. Наслаждаюсь. Карлик меня уговаривает их не стричь. А я уговариваю, не уговариваю, а доказываю ему, что надо вот так вот их состричь коротко. Чтобы вот это... Он говорит, не надо, пока дрыгается, подрыгается. Я говорю, ну ладно. Хай тогда дрыгается. Так, сейчас мы нарезаем мортаделлу, моцареллу. Сыр. На закуски сейчас будем резать это все. Так. Сейчас буду знакомить вас. Allora, allora, buongiorno, buongiorno. A lui. Buongiorno a tutti, tutti facciamo gli auguri di Natale, vero? Buongiorno, auguri a tutti. Auguri a tutti, di Natale, di buon Natale, di tutte cose belle, che si... Come, parlate troppo russo, ora non mi viene a parlare italiano. Vabbè, ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti quanti, sono andato in bar. Tieni, grazie. Tieni. E quindi banco ma tu fai il servizio. Se non guardi video ora dovevano stare in servizio comunque sia. Cioè, no, ma nel senso lo si vede che l'hanno svuotato, tutti i prelievi fuori il servizio, eccetera, eccetera. State lenti. Aspetta un altro. Aspetta, Carlo. Lo devi ripetere questa cosa, aspetta. Che è Natale, perché. Italiano, lo si vedete ce l'aveva là. Tatica! Tac. Poi il presidente mi rompe il cazzo perché non è invisibile, Carlo, non ce l'ho. Carlo! E mi tocca a me andare a giro e pigliare. Так, здесь, qui lavora, qui Instagram, qui YouTube. Quindi? Diretta, qui non diretta. Io sono contento quando vi vedo insieme. Da Garit, io c'ero quando vas io pure quando mi vedo insieme. Io pure quando mi vedo insieme. Pure io quando mi vedo insieme. Buon Natale!
Duro, Давай, uno, attento, Prima le femmine. Che dove c'è scritto questa femmina? Questa, mia, questa. Non c'è scritto questa femmina. Poi mi ci sbavazza un caso. Guardami sotto la coda. Вас тоже, девочки, здравствуйте. Se no... Давай, come dici tu sempre, brindisi faccio... Brindisi alza stucata. Salute ragazzi, salute. Auguri e buon Natale. Alla nostra. Auguri. Auguri. Auguri a tutti. Come si dice, no, quello è buon anno. No. С Рождеством. Ну, у нас, ну, nostro Natale sarebbe 7 di gennaio. Figura, l'abbè fa. Noi facciamo 7 di gennaio. Lui si infilava lì dentro, alcuni si nascondono in quella sabbia, fanno... Non ce l'ho, Buona figa belga, boia. Buona sì, Filadelfia. Una delle cose più buone. Vedi, sono qui. Курица с яблоками и картошка. Мальчики, мужчины, готово. Да, да, у меня уже финито. Ага. Та самая с яблоками давно не делала, но наверное не будет не хватать. Мальчики, мужчины, у нас уже на столах полно. Buon appetito a tutti, piatto. Finito. Хорошо, будем выходить. Шампуня опять блондин. Не знаю, постричь волосы, не постричь волосы. Мальчики, мужчины, смотрите, все в руках Алекса. Режем волосики, обрезаем корни. А куда деваться? Дикану, когда летали капелли, вавила гативерия, малоокью. Madonna mia, ты guarda lì i capelli corti, ragazzi. Come si fa? Ora poco sexuale. Fai mi fai, non voglio stare. No, già mi piace. Me ne fai anche la Francia, vero? Sexy boy, sexy boy, interesting. Все в твоих руках, все в твоих руках, даже я. Видите, уже ты начала cantare, per quanto mi fatta stare bene. Видите? Когда вы venire? Девочки, мальчики, мужчины, YouTube, смотрите, какая красота. Хорошо взялось, мне нравится, мне пишет, как хватает el calore. Proprio вообще biondo il biondo. Не знаю, мне кажется, что как-то я какой-то мальчик с пальчиком, как трансвестит какой-то, я не знаю, что это такое. Та ферма. Ферма, ферма, чисто, чисто. Аля, ты кидичи? Мне piace molto. Тебе нравится, да? Угу, piace, окей. Importante che ti piace a te. Mi piace, perché sai, poi Stefano ti pensa che c'è testa. Mm-hmm, grazie. Guarda, ti bevi i pacchetti, хорошо, конечно. Вот она я, твоя роковая ошибка. Так, рассказываю теперь здесь, потому что на Инстаграме рассказывала, почему все-таки стригла волосы, красила. У Александры была запись к мастеру еще за месяц. Так как Александра с Эммой ходили по его делам, я пошла на ее время. Я пошла на ее время, чтобы ну, время не пропало. Я заодно смыла шампунь, и он мне подрезал, потому что вот здесь в конце у меня волосы просвечивались. На город так будет удобнее. Это, они у меня просвечивались, и было как бы не камуфло. Братцы. Вот. Поэтому мне надо было где? Здесь или там. Наверное, тогда здесь уже. Здесь интереснее будет идти. И я ему говорю, я ему принесла там фотку одну, показала. В интернете у меня где-то я нашла. Я говорю, вот так вот давай пострижем. Говорю, чтобы сзади объем был.
Он говорит, да, хорошо, все. Очень хорошо смылась быстренько шампунь. Корни хорошо, мне прям понравилось. Почему? Было мало видео с праздника. Потому что приходила вот эта пара. Вот. И мне неудобно их снимать, когда за столом что сидят, жуют, я что, в рот буду камеру свою. Вот. Потом они ушли, поехали по своим делам. Мы остались с карликом. Потом пришел сосед сверху, Клеопатра сын. Вот. И все. На следующий день после праздника, естественно, мы отсыпались. Он встал, приготовил там что-то пожрать. Вот, и все. И как-то, ну, какое-то такое, знаете, состояние, ну, я не знаю, может, то, что... Хотя я ж не пью вот это, он же ж накупил просекку, я ж его не пью, поэтому они его сами там и выпили. Ну, не за один день, понятное дело. Я, кстати, рыбу размораживаю. Эмма пришел с Сашей. Саша была у них на празднике. Я размораживаю. Были в этом ресторане, помните, снимала я в Инстаграм, я снимала с этого ресторана. Вот. Что еще за новость? И все. Теперь иду я в поисках. Мне нужно найти, чтобы кто-то мне обстриг ногти. Мне нужно обстричь ногти, снять этот гель покрытия и просто накрасить обыкновенным лаком, ну, который в лампу засунут. И так как я туда же не хожу больше в центр, куда раньше ходила, потому что Александра нашла новую девочку. И она ходит к ней делать, ей нравится. На дому девочка работает. Но она тоже вся занята, у нее запись. Вот сейчас пойду спрошу там в китайский этот, или японцы, кто они там. Если у них можно так, чтобы пришел, сразу сел. И там я еще одну видела, что открыли в центре. Если нет, ну я не знаю, сам лучше. Потому что это, ну это капец, это ж просто вообще... Сказочные ногти таких никогда не было давным-давно еще. Но у нас вот с этим проблематично. Вот, поэтому уже потом расскажете, как вам нравится стрижка. А еще знаете, что он когда и сделал ровная, она была прикольная. А потом он взял ее, он сразу второй подбородок, он ее потом взял и вот так вот, знаете, сделал, типа, волос в движении. А я ему говорю, на улице влажность, у меня это движение до одного места, у меня сейчас питается влага, волос. Ну, будет торчать. Ну, девчонки, что скажете, мальчики, мужчины? Погода на улице шикарная. Вообще декабрь не дождливый. Вот обычно у нас дожди и дожди. Не, ну, начало декабря, понятное дело, дождливый был. Но вот у нас вот, помню, 30-го, 31-го, это дождь, с этими мандаринами прешься. Детям с подарками. А у нас прям январь. Фу-фу-фу. И на улице, и не холодно. Может, потому что у меня жар бросает. А не, вон женщина тоже идет в одной кофте. Просто что у меня получается рубашка, сверху свитер, потому что я начинаю мерзнуть. Свитер, в свитере похожу, мне опять жарко. Сейчас праздники закончатся, пойду вот к приватному гинекологу схожу, сдам там все анализы, которые надо. На гормоны или как они там, что они, как они эти таблетки прописывают. Потому что там женщина говорит... Марина, я начала пить таблетки, ну, девчонки там пишут в Инстаграме. Вот у меня, говорит, даже либидо повысилось. Блять, у меня с либидо нормально все. Главное, чтобы лебедь был эротичный. А с либидо-то такое. У меня нет проблем с этим. У меня сейчас как-то вообще башка забита. Сейчас Новый год начинается. Вот уже все Новый год, девчонки. Как этот праздник ждешь, да, в таком преддверии праздника. Такое настроение. Ну, просто что у нас уже прошло Рождество, как бы. И тут уже все попускаются. Для них Новый год это такое уже. Ни о чем. Поэтому это там гуляет у нас Новый год. Господи, вылетело как Феррари. Там гуляют у нас Новые года. Там старый Новый год, Рождество. Вот. Кстати, там мне я выложила пост. Не пост, а видео в Инстаграм. И там я сказала, что отмечаем католическое Рождество. Женщина пишет, оно не католическое. В Украине тоже 25-го Рождества. Я новости не смотрю. Я не знаю, у кого, когда там что-то переносится. Какие-то. Я без понятия. Поэтому я сказала, ну, католическое Рождество. Его же там в Америке. Это же тоже, наверное, католики там, я не знаю. Я не знаю, у кого какие праздники переносятся. Это такой дурдом. Это молодое поколение, оно привыкнет отмечать.
по-новому. А все, кто уже взрослые, я думаю, они будут отмечать все, как вы отмечали все праздники. Ну, на один праздник, может быть, больше только добавят себе в копилку. А так я не в курсе, кто что, где меняют, добавляют. Без понятия. Потому что я не хотела там, я сказала католическое, а может оно не католическое, может оно всеобщее. У меня эти волосы теперь будут жмякать, трогать. Потому что я ему сказала, выровняй. Нет, я тебе сделаю моссы. Ну, вот тебе и моссы. На улице весна. Прям вообще тепло. Я не знаю, по мне. Да не, люди тоже раздетые. Просто что я по себе думаю, может, у меня из-за этих приливов мне жарко. Вот это. Нет. Хорошо на улице. Прям очень хорошо. Я в своих ботиночках. В своих ботинках. Вот такие вот дела. Я, кстати, себе купила шкаф для обуви. Такой, знаете, как типа клеен, ну, типа полки, и тряпка закрывается сверху. Вроде такой симпатичный. Ну, идти долго будет, до конца января, по-моему. Не на Амазоне брала. Вот. Потому что у меня столько брюк, и мне там уже неудобно, где пальто висит, верхняя одежда. Лежат эти брюки мои. Я же их все равно все ношу. И я хочу полки освободить, убрать оттуда обувь. Там ее, конечно, меньше осталось, потому что я много ставила девочкам. Вот Вики, которая малая, прям вообще, я ей всю обувь оставила для работы. Ну, она молодая, ей оно, она работает, ей оно больше пригодится. Я, естественно, себе руку набила на этих бриллиантиках и сделаю себе даже намного красивее, потому что уже рука набита более-менее. Не, на улице шикарно. Ну, если сейчас мне повезет, чтобы я нашла, чтобы мне взяли на ногти, это будет просто шикардос. Просто. Просто шикардос. Настроение хорошее. Мысли дурные в голову лезут. Кстати, мне сейчас надо будет еще найти открытый табакину. Ну, там сигареты продают, марки, лотерейные билеты. Там телефон. Надо деньги положить на телефон, потому что я только на одном телефоне на интернете. И то я не знаю, как он там вообще работает. Я не знаю, когда, я даже не помню, когда я их сложила последний раз. Мне надо на вот этот 15-й хотя бы положить, потому что я на него снимаю. Чтобы было. Что тут еще не выложили? Скидки никакие. Угу. Шикарный магазин все равно у нее. Время обеда. Ну, в любом случае. В любом случае. Надо посмотреть, если не найдется свободное место для меня. Если нет, тогда я не знаю, записываться может у этих. Я сначала схожу там, где я думаю, что возможно можно без очереди. Навряд ли, но возможно. Вот, если нет, уже тогда пойду сюда, где я раньше делала, к девочкам спрошу, может, у них там есть на завтра, на послезавтра какое-то время, может, у них есть. Они меня возьмут. О, какой лак хочу сделать. Какой, я хочу какой-то сделать бордовый, не знаю, почему потянула, или черный. Но как-то вот я не хочу ни красный, я задолбалась, ни фиолетовый, что там. Именно какой-то хочу, короткие ногти хочу прям. Ага. Короткие ноготочки хочу. Фото на память. Бумага стоит, а что, завтра бумагу выкидывают? Странно. А, ну, может быть, в центре, да, может, в центре по-другому немножко. Вот здесь, я помню, был китайский. Девочки работали. И у них, я один раз у них была. Не помню даже, почему. Если у них есть место, так, чтобы зашел и сделал меня хамуху. Если нет, я не знаю, что делать. Ага, заняты все. Аллилуйя. Сейчас розу сделаю. Угу. Что-то я бордовый хотела, сейчас уже не хочу. Уже хочу такой розовый. Не знаю, какой делать. Где снимаю. Так, ну что, девочки, мальчики, мужчины, не удивляйтесь. Почему эти цвета? Я вообще никогда синий не носила, я не знаю. Главное, что я ногти обрезала, гель сняла, мне аж легче стало. Хочу зайти в ОВС. Зашла в Тэдзэнь, посмотрела там. Такое красивое висело. Висел халат розовый, бархатный. Месяц назад. Уже его нет. Я хочу халаты посмотреть.
кто-нибудь из халатов. Боже, как это все пестро, как это все красиво. Наконец-то, блин, черный цвет отходит. На улице погода. Сейчас я вот вышла там, посидела в китайском. Знаете, ну, я ж подмерзла немножко. Все блестяще. Боже, какой кайф. Так, это у меня выглядывает рубашечка. Так. Мой подарок на Новый год, который я себе сделала, он идет. Придет, я вам покажу. Я думаю, это многие даже уже, наверное, могут догадаться. А некоторые, конечно, когда увидят, скажут: боже, Иванова, ты как всегда. Ну, а что вы хотите? Я такая. Я, кстати, еще не ела, рыбу размораживать поставила. Сейчас это... Позвонила, чтобы привезли домой песок, еду кошачью или салфетки для собак. Не отвечает. Придется зайти в магазин, чтобы не забыть взять эти салфетины, потому что закончились. У меня последнюю положила. Я хочу какой-то... Я люблю бабские халаты. Я прям их обожаю. Я прям обожаю бабские халаты. Ну, синтетика, понятное дело, но симпатичненько смотрится, но... Хотя у меня дома работают батареи. У меня работают дома батареи вечером. Под мышкой что-то заколола. Жама классная. Смотрите, какая симпатичная. Такая 34 с чем-то. Такая 32. Симпатичная, кстати. Может быть, скидки начнутся скоро. Я так думаю. Ну, я люблю бабские халаты, но это какой-то такой вообще серенький. Не взрачненький для меня. Кальцедонию, тех колгот тоже, которые мне нравились, уже нету. Что попало? Все. А, ну да, на праздники ж покупали все. Я себе тоже брошек заказывала. Обожаю брошки. Ну, как здесь тепленько, хорошо. Ага. Я домой уже, все. Черный лак очень классно смотрится. Прям с блестками такой прям. Боже, хоть руки сделала себе. Так, ну все, тут все уже так. Все уже как-то безэмоционально. Цветов. А, девчонки, кстати, наверное, слышите, да, по голосу. Нормально все, настроение хорошее. Какой-то ультрафиолет на глаза, знаете, как жмет. Ну вот, и я же еще ночью не сплю, как бы, ну, типа, чтобы легла и спать. Я просыпаюсь в 3, в 6 я просыпаюсь, без будильника. А, вот. И, ну, вот этот, я не знаю, короче, вот эта мини-пауза, она достала меня, ну, честно. Вообще, зачем она мне нужна, эта пауза? Я и пауза, это несовместимые вещи. Я очень активный человек эмоциональный. Зачем мне какие-то паузы? Господи. Не знаю. Что-то я себя мыслями нагрузила. Я не могу это воспринять. То есть я это не воспринимаю. Примадонне сколько. Женский магазин. Сколько пацанов там стоит. Ладно, сейчас зайду в Зару. И пешочком домой. Как не забыть салфетки купить собакам. Ну, не салфетки, как она называет. На пол, который ложим, девочки. Можно, кстати, в H&M зайти, халат посмотреть, настроение себе поднять. Кстати, под вечер так прохладненько уже. София в Милан ездила с Джорджем на праздник. Сейчас в Зару зайдем, потом в H&M и все, и домой. Молодец, девочка. Такая, кстати, разговорчивая. Разговаривала так, улыбалась. Говорит, ты первый раз? Я говорю, нет, я здесь у вас уже была. Говорю, один или два раза. 35 евро стоит. И это потому, что она сказала, снимали гель мне. Если бы гель не снимали, то лак вот этот вот, он стоит 28 евро. 219 евро. Какая красота. Халатный такой вариант, супер. Тоже все так скучноватенько вообще, прям идешь и ни на что глаз твой не падает. Свитеров никаких не хочется толстых, потому что у меня есть свитер, который я купила год назад, и я его ни разу не одела вообще фиолетовый, он висит у меня. Типа вот такой вот, ну то есть кто-то едет там в горы, там, ну, не знаю, у нас в городе очень тепло. По крайней мере, сегодня. Так, что у нас тут по халатам? Есть у нас тут халаты какие-нибудь? Бабско-симпатичные. Я же говорю, у меня прическа, блядь, называется. Антисекс. Ну, вот чулка-то она отрастет, понятное дело. Сколько она тут в H&M?
37,99 одна рубашка. А нет, это комплект. Ага, и вот его оцененка 29,99. Оценили, ага. Оценили пижамку. Молодцы. Халатика нету? Нема халатика для Марины Владимировны? Что это такое? Почему нет халатика? Так, людей нет. По радио музыка играет. Даже настроение ваше не наряжает никак. Ой, ни халата симпатичного, ничего. Серо, грустно, уныло. Не цепляет. Ну что, Бубон зашла в магазин, купила картошку 2,60. 2,68, по-моему, картошка. И купила им эти. Блядь, как на русском они называются? Жарко. Они называются. Короче, для собак. Девочки, что это такое? Зачем мне эта пауза вообще какая-то? Ну, возвращаюсь маленькими улочками, где меньше всего стоит машин и где меньше всего людей. Хожу такими улочками, где туристов не водят, где нет столкновения. Вот я слово «разрастается» научилась говорить на ютубе. Я не выговаривала слово «разрастается», потому что очень много гласных в одном слове. А вот столкновения я не могу выговорить. Все. Иду домой. А, как хорошо. Руки привела в порядок. Зачем этот синий лак с черным, я вообще не понимаю. Зачем? Не знаю. Чтобы было, Марин. Чтобы было. Так, ну там, судя по историям в Инстаграме, понравилась многим моя стрижка. Молодцы, поддержали, чтобы я сильно не расстраивалась, да? Все-таки хотелось волосики подлиннее. Вот, ну, волосы аж вырастут, правильно? Немножко сделал форму. Корни хорошо сделал. Я говорю, ты мне в тот раз, говорю, месяц назад так корни, говорю, паршиво покрасил, говорю. Они у меня серые были. Он говорит, нет, я тебе их затемнял. В смысле ты мне их затемняла? Я не могла понять, почему у меня корни серые. Конечно, он сейчас будет долго выводиться в светлый, потому что корни другого цвета. Вот Пизанская башня. И я маленькой улочкой. Вот такой вот, где никто не ходит. Домой. Весна, девочки, не слушайте меня. Весна, веснущая, это 100% погода шикарная. Так. Я картошку подкупала, потому что у нас 3 человека. Я не знаю, если Карло собирался приехать. 3 рыбы размораживаю. Говорю, Саша, ты точно съешь? Саша никогда целую ребёху не съедает. Говорит, ты то? Да, я съем. Я говорю, ну смотри, чтобы я рыбу не выкидывала. Я всего купила 5 ребёшек. Вот.